Всем доброе утро! Большое спасибо моим подписчикам за комментарии, за то, что вы волнуетесь, все ли со мной в порядке в связи с войной в Украине, а также спрашиваете, почему не открывается мой сайт «Интернет-магазин растений». Было очень много вопросов. Дело в том, что я нахожусь в эвакуации в Израиле. 7 апреля 2022 года я живу с моими детьми и внуками. Более подробно можете посмотреть видео по ссылке, которую я оставлю под этим видео в своем комментарии. Теперь отвечаю на вопрос, куда делся мой интернет-магазин. Дело в том, что я его создала еще в 2010 году, до вторжения России. В 2014 году на российском ресурсе. И магазин благополучно работал до начала войны, до того, когда я перестала его оплачивать. И мне еще несколько месяцев приходили письма напоминания об оплате от провайдеров. Но, само собой разумеется, я не собиралась ничего оплачивать фашистам. Тем более, что моя дача, где меня застала война, именно на даче я находилась, находится в 25 километрах от российской границы, возле города Белгорода. И не было никакой возможности работать. Шли обстрелы и бомбежки российской авиации. И я лично видела самолеты над моей головой, которые летели в сторону Харькова бомбить город. Ну и вскоре, конечно, мне пришлось оттуда уехать. Собачку мою Дуню я взяла с собой. От соседей, которые уже вернулись домой, я узнала, что кошки мои с ними находятся, а пруд с рыбками погиб еще прошлым летом. Конечно, за ним нужен был уход и воду добавлять, и чтобы аэратор работал, насос. Я надеюсь вернуться скоро домой и восстановить свое хозяйство. Работы будет очень много. Огород мой зарос бурьянами выше крыши. И, наверное, бирочки с названиями сортов ирисов пришли в негодность. Также нужно будет создать новый интернет-магазин, только уже на украинской платформе. И его раскрутка тоже займет какое-то время, пока начнет работать интернет-магазин. Поэтому еще один сезон у меня пропадет. И я не смогу высылать посылки через сайт, принимать заказы. Но есть альтернатива. Это моя страница «Ирисы Талы Хухрянской» называется в Фейсбуке. И можно будет делать заказы и общаться с моими покупателями с этой страницы или с главной страницы в Фейсбуке. Там уже как получится. Но это когда я вернусь домой. Это пока что в моих мечтах. Если прогоним оккупантов и наступит День Победы. И, как я сказала, я вернусь домой. Украина 100% переможе. Я желаю всем вам здоровья, мира. Берегите себя и нашу Украину. Слава Украине! До побачення!